гнев, берсерка. Вон, сейчас найдем что-нибудь полезное. Я так и знал. А туда мы не заберемся, понятно. Все-таки интересно, что это за фигня, вот эта вот рыжая. Видимо, она все-таки дается где-то здесь. Возможно, это будет что-то а-ля паутина. Ну давайте уже, вылазьте вы, мелкие твари. Не со всех, правда, сторон-то, я. Вроде всех раздамажил. Ну ладно, не всех, еще, еще одно место. Все? Понятно. Так. Тут вроде никого, но то ли снизу, то ли сверху есть толстозадая. Где она, непонятно. Ладно, пойдем пока дальше. Видимо, сейчас нам покажет, где она есть, нет? Так. Ага. Видимо, нам туда, но... Окей. Пока что пройдемся сюда, куда мы можем пройти. Как непредсказуемо. Так, там хилка была. Называется «Твою мать». Твою мать! Называется «Как же, да?» Самое смешное, что у меня в этот момент была мысль, может прыгнуть вверх. Так. Давайте минусить потихонечку всех паучков, хрена. Мне пауки не нравятся. Одному моему хорошему знакомому тоже пауки не нравятся, поэтому пауки должны страдать. Тут тоже есть хилка. Все, я рад, я доволен. Вот что вот там вот за сокровище? Видимо, это... Ей! Оружие! Новое оружие! Та-та-та-та-та-та! Цеп! 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 Без лица! А ну иди сюда! Не! Чё, мстить пришла? Позволяет выстроить абордажные цепью, прикрепляющие к врагам и предметам. Используй, чтобы зацепить врага или предмет. Во-во-во-во-во-во-во! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, ты чё-то это... Воу-воу-воу-воу-воу! Слышь, ты тут не берсерка-то не выключай. Тихо-тихо-тихо-тихо! Твою мать! Тихо ты. Так, короче. Давайте мы, недолго думая, тупо воспользуемся нашей радостью. Минус один. Если так геморройно будет с каждым из паучков, это будет проблема. Это будет определенно проблема. Так, Z.
забираем эту гадость. Теперечи. Теперечи нам как-то вот туда можно пробраться. Вот тут как бы проблемный участок, скажем так. Ладно. О! Раскачивается на синих точках. А это проблема номер два. Ага, раскачивается, это удерживай, да? Понял. Так, а там внизу ничего нет? А здесь по бокам где-нибудь там нет? Нет? Нет, видимо, нету. Значит, пойдем выше. Джеронимо. Да ладно. То есть ты просто не допрыгнул миллиметр, да? Нормально. Ну и слабак же ты, война. Так. Ключик нам все равно пока не дали. Значит, пока мы отсюда не выйдем. Так. И в чем прикол? И как это решить? Так. Я, конечно, частично понял, как здесь работает эта фигня, но почему мне пока вот туда-то нельзя? А. То есть это вот так работает, да? Понял. О, фрагмент бездны! Ей! Ента фигня работает вот так. Па-па-па-па-дам! И фиг знает с какого раза, но сделал. Ключ добыт, мои дорогие друзья. Здоровье восстановлено, мои дорогие друзья. Больше так, как там ничего интересного у нас нету. Выходим отсюда к фигам. Серьезно. Как тебе вообще не стыдно, война? Как тебе не стыдно? Ля-л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 я. Там... как бы никак иначе ты не пройдешь. Ага. Понял. И заново, да? Ну, понятно. Добыли мы этот фигов ключ. Добыли тот ключ. Эрты. Здесь ничего полезного, да? Хорошо. Теперь шутка юмора, что здесь можно еще и вот так путешествовать. И это классно, это мне нравится. Я думаю, что мы так сможем хорошо пропутешествовать все здесь. Ага. Так,
понятно, с паучками лучше не шутить. По поводу и без повода. Так, и лучше взять броню, если честно. Только как-то мне броня, если честно, не особо помогает. Скорее, даже мешает малость. Так. РБЛТ, РБРТ. И добиваем эту тварюгу. Так ее все-таки будет добить намного прозче, я надеюсь. Вы сейчас пошутили, да? Серьезно. То есть я ее даже не кацанул. Толком. Зашибись просто. Ну да, яйцо многое мне дало. Яйцо это прям моя радость. Твою мать, у нее там панцирь был, мать моя женщина, я-то думаю, чё я ее даже в берсерке не укакукал. Твою-то маму, а. Я-то думаю, чё я ее даже в берсерке не укакукал, у нее там панцирь, оказывается, был. Вот такие вот, ребят, дела. Сейчас исправим, понял. Все понятненько. Снимем ей панцирь в первую очередь. Пошли вы мне, тварь. Да. Отвяжитесь вы. Вот теперь можно и с ней поговорить. По душам, так сказать. Не. Даже до берса дело не дошло. Вторая квина ушла. Отлично. Главное понять, как с ними бороться. Теперь я понял, теперь я буду с ними справляться намного проще. Сейчас эту укакукаем в берсе, скорее всего. Возьмем, правда, сверху одну хорошую штучку. Ну, помните, о какой я именно штучке говорил. Вот здесь вот есть бамс. Вот так вот. А вот сюда. Та-та-та-та-та-да. Артефакт чемпион. Чемпионский артефакт. Чемпионский артефакт. Да я к вам сюда приду, мои ребятишки. Че вы мне? Ни братья, ни друзья, что ли? Я вас пожалею. А то что вы, бедняжки маленькие, прыгать будете? А так вы рядом постоите. Все. Укокошили всех. Спущаемся дальше. Так, а мне спущаться в какую сторону? Сейчас не помню. В любом случае, здесь тоже надо взять маленький артефактик. Наверное, или что там. Не знаю. Может, здоровье. Может, еще что-то полезительное. Давайте в любом случае проверим. В любом случае мы проверим. О! Карта. С
Сокровищница. Вот тебя-то я и ждал. Побег из тюрьмы. А еще выше там ничего нет? Это как-то подозрительно, честно говоря. Ну, вроде нет, сокровища там не показываются, значит там, скорее всего, ничего, ни черта нету. Были бы там сокровища, мы бы их увидели, правильно же? А так-то чё? Хрень собачья. Спущайся, падла. РБЛТ на тебя не хватает. Минус квина, отлично. Мне понравилось. А то, ишь ты, расплодились тут квинделясы. Так. Здесь быстренько все идет. Истребление квин. Убиваем королев клинков. Перед тем, как пойдем к последней, мы возьмем отсюда еще нечто полезненькое. Там много чего полезненького лежит. Я так посмотрю. Опыт. Хилка нам не нужна, поэтому возьмем вот эту фигню. И перепрыгнем сюда. Отличненько. А туда мы никак не проберемся. Только через квину. Понял. Квинка-то внизу. Ну ладно, давайте. Зацеп. Зацеп. Зацеп, зацеп, зацеп. Ага, вот там какая-то фигня лежит, да? Хорошо. Потом сходим, посмотрим. Во-первых, иди вниз, падла. Ой, ну, не так же низко. Во-вторых, спущайся. В-третьих, получай раз, получай два, получай три, получай четыре и получай пять. А теперь просто умри. На всякий случай восстановим здоровье, то мало ли. Сейчас я чувствую, зря я это сделал, да? Это еще что за фигня? Ты кто такая-то? Кушать любишь? Понятно. Так, промахнулся малость. Воу! Тихо-тихо-тихо. Покушай, малость, покушай. Маленькая моя, покушай. Так, тихо. Тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Кушать она сейчас будет, да? Ну, кушай, кушай. Я тебя запрещать не буду. Так. Тихо. 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 Так, теперь что? Ага, бежать опять на меня хочет. Бамс. А мы-то умные, ребята. Воу!
Думал, что умный оказался не очень, она после этого в наглую еще один раз пробовал. Так, теперь ты что будешь делать? Понятно. Кушай. Кушай, девочка, кушай. Тебе полезно. Всего один вопрос, что это за говно было сейчас? Ну, сюда! Нам восстановили все здоровье, это хорошо. Мне это понравилось. Сюда, хоть сюда. Здесь ничего такого нету внизу. Нам наверх. Ты еще что за говно? Это эти уродцы. Блин, сколько с ними проблем. Вообще просто ужас. Блин, его можно было в самом начале, короче, дропнуть. Вот проблема-то, а. Как-то сильно просто. Понятно. Это не конец. Все, я понял. Вас будет много. Я вам понравился. Все дела. Приятно познакомиться. Всякое такое. Так, я видел там сзади меня вроде как что-то большое, нет? А, это было это говно. Так, надо минусовать ребят. Они мне довольно сильно будут мешать. Потому что с этой падлой я как-нибудь еще справлюсь. Вот, ребята могут напрячь. Ай. Так. Минусуем эту. Идем к ребятам. Минусуем. Ребят. Все. Так, понятно. Не, ну просто с ними столько геморроя было бы с двумя. Не проще их так укакашить. Ладненько. Ха! Величие войны. Война познает тонкости обращения с оружием, становясь опаснее в бою. Это пассивка или актив? Наверное, это пассивка все-таки. Я надеюсь на это. Нет, это не пассивка. Или... А, легендарная информация. Значительно увеличивает количество энергии хаоса, получаемое при использовании пожирателя хаоса. Значительно увеличивает количество энергии хаоса, получаемое при использовании другого холодного оружия. Получение опыта при использовании оружия. Блин. Да это прям-таки хорошее оружие, я бы сказал.
Так, а что нам давала вот эта штука? Увеличит эффективность доспехов войны. Увеличивает скорость получения опыта при использовании оружия. Ну, я думаю, что это будет даже лучше. Так, увеличивает количество душ, получаемых от врагов других существ. Дополнительно увеличивает количество получаемых... А последнее? Это энергию ярости. Побоище. Увеличивает накопление при использовании пожирателя. Позволяет накапливать энергии хаоса, используя любым оружием. Хорошо. Хорошо. О, у нас теперь красный меч. Такой мугагага. Ля-л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 я
Здесь, собственно, и не было, по идее, ничего. Если бы было, нам бы, по идее, сказали. Ну да ладно. Ну, думаю, дальше мы спустимся уже завтра.